Ми раді представляти русский язык, русскую культуру и северную столицу России – Санкт-Петербург. А Россия и Сербия имеют общие славянские корни. Это проявляется, как уже сказали, в милосердии, гостеприимстве и, главное, в характере. А целью проекта международного является, конечно же, пропаганда русского языка и русской культуры. Цель нашего приезда сюда – это помощь в изучении русского языка учащимся города Пирота. Также мы привезли с собой в помощь методические рекомендации, методические уроки. Вот. И хочется, конечно, отметить, только благодаря нашему директору нашей школы Тамаре Викторовне Петуховой мы имеем возможность с вами дружить уже четвертый год. И она передает вам всем огромный-огромный привет. И мы, в свою очередь, в подарок привезли вам тоже вот эту вот замечательную картину, вот, чтобы вы о нас никогда не забывали.